10 гривен монета. Обычные десятки попадаются уже на сдачу, и в будущем они полностью заменят банкноты. А вот юбилейные 10 гривен монетой не так часто встретить. И в этом видео мы увидим, как реагируют продавцы на эти большие юбилейные монеты 10 гривен. Ура! Все! Это чего, 10? Ага. О, больно. Первый раз вижу. Что-то новенькое. Да. Привет! В этом видео будет мега-конкурс, посвященный тому, что на канале 50 тысяч подписчиков. Спасибо тебе, что ты смотришь и поддерживаешь лайками и комментариями. Это позволяет моему каналу развиваться и делать более качественные и интересные видео. Какие призы конкурса? Первое место. Монета 1 гривна 1995 года. Редкая монета Украины, тираж всего 52 тысячи штук. Или рубль 1897 года из настоящего серебра. Победитель сможет выбрать, какую монету он захочет. Второе место. 50 гривен пополнения на любую банковскую карточку. Я перечислю этому победителю. Третье место. 10 гривен юбилейной монетой. Я отправлю с бесплатной доставкой по Украине. Условия для победы в конкурсе очень простые. Смотрите дальше. Розыгрыши я всегда провожу в прямом эфире в Instagram. Ссылка на него будет в описании. Обязательно подпишитесь. Ну что, смотрим реакции. Сейчас отпустим. Ага, так. Держите, это сколько? Раз, три. Это четыре, пять. Подойдет? Это чего, 10? Ага. Больно, первый раз вижу. Спасибо. У меня мелкий мелочь была. О, есть такая. Ура! Все. Все, я не отдам. Все, мне плевать. Юля, сейчас. Я через 100 лет продам за 1000. За 1000? С вас шаурма. А как реагируют в метро на такие монеты? Мне вот так вот не сильно много. Идет, спасибо. Ага. Ага, держите. Подойдет? Да, подойдет? Ага, спасибо. Ух ты! Что-то новенькое. Да. Уберите, пожалуйста. Переходим к конкурсу. Я знаю, как бывает непросто развивать свой YouTube-канал, и поэтому в этом розыгрыше давайте поддержим начинающий канал, который снимает обзоры на монеты и на антиквариат. Называется «В поисках сокровищ ТВ». Условия очень простые. Будьте подписчиком моего канала и напишите комментарий под этим видео. Подпишитесь на канал «В поисках сокровищ ТВ» и напишите ему под вот этим вот видео фразу «Привет от фартового коллекционера». Ну, или привет от Алекса ФК. Как только у него будет 5000 подписчиков, я разыграю эти три подарка. Это может быть совсем быстро, например, за несколько дней. Первое место на выбор. Гривна 95 года или рубль 1897 года из настоящего серебра. Второе место 50 гривен пополнения на любую банковскую карточку. Третье место 10 гривен юбилейной монетой. Отправлю с бесплатной доставкой по Украине. Ну что, поехали, пишите свои комментарии, выполняйте условия. Помните, что для получения приза обязательно подпишитесь на мой канал. А если досмотрели видео до этого момента, начинайте свои комментарии с фразы «Бабки в шапку» или «Фартовый коллекционер». И удачи и успех всегда будет с вами. Всем пока! Приза обязательно подпишитесь на мой канал. Начинайте свои комментарии с фразы «Фартовый коллекционер» или «Бабку». Выполняйте условия. Помните, что для получения... Начинайте свои комментарии с фразы «Фартовый коллекционер» или «Бабку в шапку». Начинайте...